Так, Машка, у нас надо новый режим сделать. Спички родителей. Кстати, смотри, пока батя нет, а то он всегда заходил. Короче, Машка, надо сейчас по-тихому. Ребята, очень тихо ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, тоже очень тихо. И очень тихо прожимайте колокольчик. Да, тихо-тихо-тихо, кто-то ходит. Ходит уже. И вопросик дня. Какой режимчик нам еще сыграть, придумайте? Вот был толстые родители, мелкие, большие, сейчас вот тонкие. Так, а еще какой? Так, все, Машка, пошли играть тонких давай, родителей. Давай. Погнали! Машка, мы гоним. Как всегда. Андрюха, максимальная несправедливость. Андрюха, да, будешь учить. Андрюха, скотина такое. Пока снимали Schoolboy, превратились в это... В батю. Гол! Нате, Андрюха, нате, за то, что не учишь. Чё, маленький не паразит. Учишь, а? Ну тяна. Так, сразу пароль. Кто в шкафчике сидит? Вот, все, мы, короче, ребят, стали родаками злыми. Ну а как не злыми не станешь? Сколько можно? Вот сколько можно, Андрюха? Реально. Так, у нас, ребята, чтобы вы понимали, сегодня челлендж, короче. У нас будут тонкие родители, у нас были толстые, маленькие, большие. Теперь у нас тонкие, как спичка, будут. Все, трансформируем их. Ну давай. Во, ой, во. Так, сейчас подожди, этот не трогаем. Подожди, а можно еще? Еще тоньше. Можно, Машка, еще. Сейчас заценим. Так. Ну-ка. О, ну-ка, можно? Не, на этот перебор, ладно. Ой. Вот так. Или вот так. Вот так, вот так. Так, да? Или вот так? Вот так вот. Реально так? Вот так вот. Чисто спички. Машка, я не знаю, мне смотреть это как-то больно. Давай сделаем немножко это. Или вот так хотя бы. Да или знаешь, 0,3 давай. Вот так вот. О, во-во-во, вот так вот, так вот. Во, вот так хорош? Вот. Хорош. Ребята, это будет крипово. Так, теперь она батя. Она похожа на Slender Woman, знаешь? Сейчас будет Слендермен, а это Слендервумен. Так, теперь батя, короче. Так, батя. Мы тебя сейчас немножечко... Ты чё встал? Не понял? Хорош, а понял. Свет? Да все, успокойся, сиди. Мы тебя сейчас тут навернем. Ты сиди, да? Это знаешь, как всратый лис, короче, сидит, знаешь, да, Машка? Да. Так. Это все такое же вообще? Ну все, музыка хорош. Музыка хватит. Он даже не проверяет, а музыка играет нормально? Все? А че света выключился? Как? Ну ладно. Он что ли встал, выключил? Походу. Все, ребята, начинается игра. Погнали. Тонкое прохождение, только здесь и сейчас. Ребят, максимально тонкое прохождение. Прохождение с тонкими. Тонкое прохождение с тонкими. Так, сразу проверяю. Пусто-пусто. Подожди. Опа! Машка, чуть не проворонили. А я думала пусто сначала. А я вот углядел. Иду. Сейчас посмотрим, ребят, как она будет идти. Это бега угар, да, Машка? Ты видишь еще? Она в любую дверную эту щелку, мне кажется, может протиснуться. Смотри, Машка, как я сразу отгадал, где мясо. Почему я знал, что во втором? Интуиция. Опыт. Скилл. О, доска, доска. А я. Дощечка. Че, она возвращается, что ли? Наверное, да. Что за шум? Что за шум? Так, сейчас мы с тобой разберемся, а маленький. Я говорил, батя говорит. Говорил. Он говорил, если что. Андрюха, не ссы, у нас читы, все нормально будет, не спалимся. Стой. Нас никто не найдет, не волнуйся. Мне кажется, или Машка? Что? Я ничего. Ну ладно. Во-во-во. Но. Я уже думал, мне крышка. Оп! Что за фигня? А чё она? Она... Ну, вроде... Какого фига, Машка, там происходит?
У нас каждый раз какой-то новый режим. Она цветы, что ли, пошла поливать? Что-то... О, да, смотри. Или что а почему она не сказала, что она пошла цветы поливать? Я не знаю, Машка. А она цветы, да, пошла или что? Видимо, да, цветы. А это туалет пошел. Что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Да, вот она прошла за цветами. Да, да, да. Что за фигня происходит, Машка? Вон она вообще поливает. Непонятно. Это так... туалет пошел. Сейчас мы сразу его там проверим. Ну, этот хотя бы сказал, что он в туалет пошел. Ну да, быстренько. Так. Так. Так, все отлично. Ключик. Ключик, отлично. Здесь ничего нету. Здесь ничего нету. Ничего нету. Ничего. 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 Он идет, да, уже? Нет еще. Не, пока. Все, идет, 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 идет. Блин! Тихо, сидим. Мне кажется, нас на нее спалит. Спалит? Да. Смотрим, Машка. Машка! Вот этот скривак был! Давай, вперед из песни! Да чтобы пол блестел! Нифига себе, вот это жестко было! Все-таки. Это жестко было. Слышь ты, спичка, ты че, офигела? Мы тебя можем раз и напополам. Ты тут это особо это не выделишь. Сказали же учить уроки, а он! А чё я-то? Ходить в собственном доме нельзя, что офигеть ли? Офигеть вообще. Это капец, у вас да? правила такие, да? Капец, Машка, вообще. Это... Молодец, иди к себе в комнату. Да на тебе! Я ещё зайду проведать тебя. Тикаем, тикаем. Давай, давай, давай! Это как батя, давай! Давай, давай, давай! Беги, беги, сына! Так, сейчас посмотрим. Что там, лампочка где? Так, здесь нету. Ага, отвертка нужна. Вон лампочка. Понял, понял, принял. Оп. Накаемся, одну Машка. Минуту. Одну минуту. Одну минуту, Вася. One minute, please. У нас English версия. Машка English. Я-я. Ну как спалил-то опять? Тихо. В смысле? Ты видела, Машка? Какой-то у нас странный режим, если честно. Так, быстро здесь проверим. Так, закрываем. О, окошечко. Опа! Так, что там у нас? Ага, тут спрейчик. Она же не скажет, сейчас пойду полить цветы. Что? Кто там ходит? Как она спалила? Там же туалет. У нас не хардкор же режим, да, надеюсь? Нет, Машка. Чего? Ребят, какая-то чертовщина происходит. Чего происходит? Ты прикинь, Машка, каждый раз все по-разному. Так, все, текаем. У нас есть теперь отвертка. О, этот пошел на сообщение отвечать. Мы, соответственно, идем сюда. Откроем машиночку. Наверное, там гвозди должны быть. Доска, Машка. Ладно. Все, взяли доску. Погнали. Так. Ставим. Ставим. Отлично. Хорош, Машка, нифига. Хорош. Так, тогда сразу шланчик. Забубенить. Раз батя ушел. Он же не скажет, что там ходит. Смотри, Машка, вообще, да, складывается пока. Надеюсь, что вообще все. Надеюсь, что нет. Так. Все, а мама как раз полила. То есть вообще все идеально. Пока что там готовят, да, свой лук? Да, лук. Чисто спичка. Так, открываем, значит, эту штуку. Ой. Так. Берем отверточку. Зафигачиваем. Раскручиваем. И там будут гвозди. Берем лампочку. Берем досочку. Досочку тоже берем. Все. И смотри, чекай. Тут сейчас будут гвозди, Машка. На полке. Смотри. И молоток, наверное, какой-нибудь. Да, да, да. А чё у меня? Не ставится. А вот, все поставилось. Ну-ка. Не понял. Не понял. Здесь ничего. А вот гвозди, гвозди. И молоток где-то, да, да, да. В ящике стопудово будет. А посмотри в ящике. Блин, 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 сейчас, сейчас. А, она сейчас спалит там. Мы шланг там оставили. А возьми полотенце, пока нас не спалили. А дверь в кухню, я, по-моему, оставила открытой специально. Атка, выходи.
кто оставил? Багажник машины не мог открыться сам. Новая фраза. Ну, держись. Нифига, Машка, еще новая фраза. Она что, не зайдет? Куда делся? А ты куда? А зашла она такая, куда делся? Мы сидим, Машка, не палимся. Спичка ходит, проверяет. Спичка, прием, прием. Сейчас батю скажет, типа, давай быстрее, наш сын опять решил сбежать. Наш сын решил сбежать на твоей машине. Открой багажник. Все? Все? Нет. Нет, еще. Играет музыка еще. Машка страшная. Ничего себе. Машка страшная. Машка. Еще не все. Еще не все. Машка страшно. Все. Этот еще кричит так. Но. Псих больной, блин. Так, мне надо молоток. Где? Она где вообще? Она вон идет. Машка, она идет. Сюда? Не знаю. Да не ему! Твою мать! Все, ушла. Так, ну что ж, запрягаем стиральную машину. Ёпарасоте! Еле-еле, ты видела, Машка? Что за тайминги сегодня? Смотри, он просто идет, да-да-да, ты они прикинь? Они нам не дают нормально пройти, будто бы когда они стали спичками, они теперь стали все видеть, будто бы, я не знаю. Вообще жесть, Машка. Так, все, быстро, давай проверим. Мы же проверяли, нет? Так, здесь ничего там нету. Не лежит ничего, вот тут у меня ничего нету. На полочке сверху так, тоже ничего нету, да? Быстро, короче. А, мы еще оранжевый. Не открыли. Оранжевый, все, идем. Точно, оранжевый. Так, Машка, запоминаем оранжевый. Вот это. О-хо-хо-хо! Тут просто комбо. Тут просто комбо, Машка. Красный, 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 оранжевый, оранжевый. Так, сейчас батя уйдет. А мы там ничего не забыли же? Так. Вроде бы нет. Отлично. Так, закидываем в стиралочку. А внутри может что-то быть вот в этом, за зеркальцем? Открыть типа это? Не, нет, и там ничего. Нет. В мусорнике, кстати, тоже иногда что-то лежит. Все, пошло. Все, идем. А, порошок. Все. Блин, такая, а что это за шумозванный, а? А, такая, кто да. включил стиральную машину? Все. Убейте уже! Уп. О. Спрятался? Но. Машка, что-то вообще хард какой-то, да? Тук-тук, а кто в шкафчике сидит? Все, успокоилась, Машка. Нифига быстро, кстати, отлегло у ней. Почему она спалила без всякого вообще единственного звука, стука, пука? Ну да, кстати. Вообще непонятно, Машка. Так, все забираю. Так. Спрея нету. У нас много чего нет, молотка нет и спрея нет. А, еще зарядки для ноутбука нет. У нас вообще капец. И молотка нет. Ну мы можем через крышу. Смотри, такая прищепка ходит. Так, все, проверяем. Так, нету. Нету. Так, все, наверное, я думаю, отсюда надо уходить, да? Угу. Офигеть. Это мы вовремя ушли. Вообще жестко, Машка. Так, давай подсказочку. А-а-а. И что здесь у нас? А, там этот спрей, понятно. Сейчас мы заберем его так. Ща, говорит. Ща. Раньше ща. Не говорила? Не. Ща я дам леща, короче. Она так говорила? Нет, это я придумала. А, слушай, ничего нету, прикинь. Мы тут все просмотрели, наверное, надо. А, вот тут мы еще не смотрели. Опа. Опа, спрейчик. Все, уходим, она идет сюда. Так, забираем. А, гвозди. Нас молотка же нету. И сейчас подскажет, где молоток, по идее. Ну-ка. Да ладно, там? Мы же там смотрели только что. Нет, это у бати где-то. Полки, где ноутбук, что ли? Да ладно.
Да ладно. А вы не смотрели тут точно. Молоток. Батарейку ему. Батарейка такие, на нафиг. Он еще, смотри, фонарик с батарейками. Офигеть, Машка, прикинь. Так, ну что ж, взламываем сейфик. Ну там стопудово лежит какая-нибудь фигня, типа батарейки, либо еще что-то такое. Наверное, да. Так. Какой сейчас там был? Там было три оранжевых, два красных. Блин, а телефон, а? Телефон, а телефон, глянем, телефон, телефон. Свет блин выключили. Да что за тайминги сегодня? Может, щиты, а то вдруг нас сейчас спалят, все. Кто включил свет в спальне? Не, он уходит, уходит. Думаешь, твой отец тупой? Ну, как бы да. Да. Галя! О, нифига. Он опять пытается сбежать. Фига. Как он... Негодяй! Негодяй! Он только что запнулся и сказал сбежать? Да-да-да-да-да, как будто было. Ну-ка, давай посмотрим, что они там ходят. Где они? Вылезли? Что? Где они? Опа. А где? А вот. Смотри, он не может! Что? Короче, спичкой он не может вылезти. Ра-та-та-ра-та-та. Все, Машка, у нас получается бесконечный этот режим. Ну и все тогда. Ну и все, пусть он так делает тогда. Слушай, ну крипово, да? А если он сейчас перепрыгнет и вернется сюда? Такое может быть тоже. Короче, нам пофигу, ребята, мы вскрываем. Так, желтый, зеленый, красный. Оранжевый. Ладно. Машка, ты уверена? Да. Нет, Машка. Ты не уверена. О, снотворнич. Ну нам. Он же не выдержит резко. Надеюсь, что нет. А нам еще нужно найти зарядку от ноутбука, чтобы посмотреть. А еще цифры надо посмотреть. Вообще жесть. Да не, Вашка, да. А, мы теперь выйти не можем, батя теперь туда ломится. Ёкарный бабай. Ребят, мы попали, по-моему. А если попробовать выйти через дверь главную, когда мамка бежит к воротам открывать? А мы их не можем сюда, потому что нам нужен код. И нам код нужен от ноутбука, а он на кухне, а батя на кухне. Ну, можем, единственное, только по лестнице и через крышу тогда. Машка, мы не можем отсюда выйти никак. Понимаешь? А, ты имеешь в виду вот так типа звонок? Позвонить мамке, да, и выйти через дверь, когда она к забору побежит. Аккуратненько так, на картонах. Так она же тут не выходит к забору, она выходит сюда. Ну да, давай проверим. Да, смотри. А, ты имеешь в виду за ней прям? Ага. Опа. Ха! Кто это тут такой смелый? Стоять! Нифига! Идея была неплохая, пап. А ну, батя, привет! Батя, пока! Он такой, а ну стоять! А еще теперь вон она бежит палочка. Офигеть, офигеть. Она калитку оставила открытой, не зараза закрыла какая. Все? Не, не все. Или все? Где она? С какой стороны? С какой стороны? Давай без багов попробуй. Давай без багов. Вон она, вон. Идем, 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 идем. За... Стоять. Давай без багов попробуй. Так, бежит сюда. Бежит, бежит, бежит. Все, 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 все. Бежит, 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 бежит. Все, ребята, мы сейчас быстренько, быстренько. Чисто вот это хард, это хард, это хард. Это хард. Поставим дощечку. Так. Не поймали. Ну, ну. Так, где она? Вон она. Отлично, хорош, 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 хорош. Ах ты, читер, говорит. Так, ребята, финтуем, финтуем, финтуем. Так, все, быстро бежим. Бежим, бежим, бежим. А мы сейчас опять, наверное, не пролезем наверх. Пролезем, 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 пролезем. Ой, блин, я упал, ладно. Ладно, залезаем. О! Ах ты читер! Ах ты читер! Она же сюда не полезет? Надеюсь, нет. Так, ребята. Нифига, Машка, тут мы финтуем, да? Тебе говорю вообще. Куда это ты собрался? Нужно скорее бежать.
Че, не за мной? И прыгать прямо на стену. О, батя сюда! О, кулак! Батя, давай! Все! Ребята, да! Это угар! Короче, нифига себе, мы видели! Ты же никогда за нами не лез! Да, ребята, в этот раз полез. Короче, мы нашли новую концовочку, где батя умеет залезать на... О! Вернешься домой, тебе... Нифига, новые фразы. Ребят, мы, короче, вообще полностью новую концовку открыли, где батя залазит вместо мамки на крышу, бежит за нами, прыгает в сено, не допрыгивая до сена. И потом такой, техана, все, читер, ах ты читер. Ну, слушай, Машка, это жесткая была концовка. Я тебе говорю... Ребят, ну как будто новый режим. Короче, за такое обязательно лайк, подписочка на канал. И колокольчик тоже обязательно. Да-да-да, все, всем бай-бай-бай-бай-бай. Пока.